Распаковываемся. Три карповичка достаем. Три карповичка. Ну куда ты кинул? Прям на меня. Жесть. Ну ладно, пусть стоит уже. Соскочила. Так, цепляем пенопласт. Один. Соскочила, подлюка. И два. И заряжаем сюда кашу. И вот так зарядили кашу мы. Это отлично. Ну пусть стоит. Я вот ту самую дальнюю кину. Так, ну в принципе у нас получился вот такая вот кашка. Раз и два. Ну что, ребята, приехали мы на рыбалку и, как всегда, начинаем мы с хавки. У нас сегодня на обзоре огурцы домашние. Также у нас присутствует колбаска. Ребятки, ну что? Горчица русская. Будем мы сейчас традиционная. Чем Бог послал? Здесь у нас дополнительно пицца и сало вареное. Хлебушек, колбаска, картошечка. Все как по фэншую. И плюс еще дополнительно на сладкий стол пирог запеченный. Так что, ребята, давайте бомбите свои холодильники, присоединяйтесь, берите вкусняхи и вместе с нами на природе, на фоне водохранилища, на фоне снега, на фоне лук. И у меня лук есть. Чищенный? Нет. Ну, давай я это положу, почищу. В общем, ребята, вы знаете, что делать, ставьте пальцы вверх. Ставьте пальцы вверх сейчас. А ну, пахнет, а, ребят? А ну, скажите, сколько свинье было лет, когда ее закололи? Два? Два, три, сорок? Так, ну что, ладно. Поехали, потому что у нас еще сегодня предстоит, я надеюсь, рыбалка. О, вот это зацепил уже.
Угу. Но небольшой. Вот он отхуярит, форсирует. Ваську подлещик, а зачем он мне нужен? О, вот это точно есть. Ладно, чтоб не сошел. Подлец. Перенаживляемся. Подлещик, вот это уже побольше. Ну давит так интересно. Класс. Класс давит. Это уже больше ладошки. Хорошо. За верхнюю губу практически как по методичке. Ну что, друзья, на часах у нас 9:20. Клёв прекратился буквально где-то минут 40-50 назад. Иногда бывает, какие-то жесткие поклевки подсекаешь, в итоге ничего не получается у тебя поймать. Ну вот сейчас только перенаживились, поставили куки и кашу. Ну а сейчас мы приступаем к самому интересному, наверное, процессу. Это жарить яичницу сейчас будем. Так, ну что, давай поджигай. Сейчас. И сейчас будем начинать. GoPro, снимай видео. Так, ребята, у нас осталось сало. Мы сейчас рискнем его туда закинуть. Зачем? Он жирный. Из картошки сейчас жир пойдет. Да? Да. И ну давай пару кусочков. Зачем? Ну попробуем. Да лучше так хованем. Глянь, там жира в картошке. Давай парочку брось. Да не брось. Надо, Мишан, лучше так и хованем. Ну один я брошу себе на желток. Ну два брошу. И колбаса ж еще есть. Не то колбаса колбасой. Я тебе говорю, зачем, если так прикуску вкуснее будет. Да охота так хотя бы бросить одно, как оно будет. Я вареное сало никогда на сковородке не жарил, ты понимаешь или нет? Блин. Вот ты извращенец, а. Сейчас оно подтопится немного. И можно... Там топиться нечем, оно уже вытопилось, когда кто готовил его. Парочку можно... Ну хочешь закинь. Закинь. Надо было больше сковородку брать. Ай, картошечка с лучком. Пахнет все-таки зачетно. Так, луковицу почистим? Да вон лук. Или в принципе зачем его чистить? Я уже лука наелся, что мне неохота. Так, ждем, когда у нас картошка разогреется. А, вы чувствуете? Пахнет, да? Лучок? Или картошка? Ну, сейчас будем пробовать. Да, ребята, присоединяйтесь, берите вкусняхи, то у нас клев не идет. Но я думаю, сейчас мы сальцом приманим рыбку.
Ну, я пахнет как, а? Уже доходит. Еще минутки полторы выключаем. Угу. Пахнет так, что он лисы кричат в елках. Сейчас главное, чтобы не пришли, не отобрали у нас. А рыбка все не клюет, не клюет. Вообще ничего не работает. Ну, в принципе, сейчас без 25-10, ну, скоро должен подойти карась. Вот у тебя еще баланда. Так, режем огурец, есть. А это высыпаем сюда. Так. Берем. И насыпаем сюда. Так, ну, в принципе, все. Горяченькая. Ай, сейчас. На жрачку приехал. На жрачку. Просто жрачка. Смотри. Одна. Да. Ребят, рыба не клюет. Но совсем не вкусно. Да, совсем не вкусно. Так, здесь хлеб. О, у нас еще по яйцу вареному есть. Потом. Это уже потом. Колбасу будешь? Не. Давай тогда. Колбаса у нас, кстати, интересная есть. По-деревенски. И здесь горчичка. Ладно, ребята, присоединяйтесь. Давайте все к столу. Ну, а мы погнали кушать. Ну что, давайте. Класс. Приятного всем. А, как же ж пахнет. На природе. Вы сейчас сидите дома, на диване или лежите, смотрите этот видеоролик и думают: во, пацаны приехали не на рыбалку, а пожрать. Ладно, все. Приятного всем. Ух ты, натяжка какая. Неужто сошел? Ну вот натяжка есть вроде. Да или нету? Все, нету натяжки. Или есть? Не, есть. Мне кажется, подлещик. Подлец. Или мелкий карась, подлец. Как балахманный. Натяжка такая. Ага. Просто капец. Чаю не дал попить даже. Вон кружка стоит. Только налил горячее. Так, ну что, в луночку его. Будем сегодня тогда отрываться по подлещику, если карась не идет. Подлещик. Ах!
заодно посмотрим, как снимает. Да. Карась. Подлещ. Виконстик на рыбалке. Подлещики-монстры выпрыгивали с озера и сжирали всю прикормку. Опустил. Друзья, ну вот и подошло время заканчивать нашу рыбалку. Отдохнули мы на природе. Немножко показал я вам, как ловлю я ночью рыбу. Ну, в общем, не все поклевки удалось заснять. Подловил я подлещика, и в улове у меня всего лишь один карась. Такой грамм на 350-400. Почаще выезжайте на природу. Будь то на рыбалку, можете без удочек, можете с удочками. Проводите больше времени на улице, чем дома, сидя перед компьютером. В крайнем случае можете посмотреть этот видеоролик. Если вам нравятся такие выпуски, вы знаете, что делать. Лайки ставьте, на канал подписывайтесь. С вами был Виконста. До новых встреч. Пока-пока.